для этого я инициировала такую акцию, когда люди пишут мне напрямую на электронную почту письмо. Ну, на электронную почту быстрее, да, мы его быстрее получим, быстрее обработаем, чем если я буду ждать письмо по обычной почте. И таким образом мы отслеживаем вообще географию этих нарушений. Естественно, все эти обращения обрабатываются, и дальше мы запрашиваем информацию Министерства социальной политики, у СБУ, Пенсионного фонда и требуем у них ответы. Это один из способов, как добиться справедливости. Другой способ – это, ну, человеку необходимо, как вот Министерство социальной политики нам предлагает, обратиться непосредственно в свое управление труда и соцзащиты. Но это очень легко звучит из уст министра и замминистра, а на практике это обозначает прийти в управление труда и соцзащиты, записаться на прием, получить талончик, а уже очередь расписана на 2 месяца вперед. То есть человек остается у нас абсолютно без выплат. Третий вариант, тот, который мы предлагали вместе с уполномоченным по правам человека, создать рабочие группы, в которые будут ходить представители миграционной службы, представители национальной полиции и представители управления труда и соцзащиты, которые будут отрабатывать эти списки. То есть они будут выходить на адреса и проверять, действительно человек проживает или нет.